18 ноября 2023 год. Афоризм на сегодня будет такой. Зло постепенно становится доброй традицией. Написал я 12 лет назад, глядя в недалекое будущее, очевидно. 13 июня 2011 года. Зло постепенно становится доброй традицией. У меня много афоризмов посвящено добру и злу. В борьбе добра со злом тяжелее всего определить, кто где. Например, такой. Еще один афоризм довольно любопытный, потому что я его придумал, написал, а потом оказалось, что ровно то же самое с другими знаками препинания уже было записано до меня. Добро побеждает зло, иногда очень зло. Ну, афористика — дело такое. Люди часто... Короткий жанр, люди повторяют друг за другом. У дураков мысли сходятся.